Здравствуйте, с вами ДЛС Элит за Селит. И мы с вами вместе будем играть в игру The Sims 2. Я, конечно, понимаю, что на камеру снимать то, что творится на компьютере по-нукски, но с Робсом я что-то не дружу. Он у меня снимать отказывается. Показываю нашу симку. Вот она. Наша красавица. Зато сейчас могу показать все, что творится, блин, на экране. Нашу снимку зовут, вот, значит, читайте, если вы видите, Люси. И сейчас мы еще будем делать снимок, блин. Окей. Так. Так, нет, мальчиков мы пока не делаем. Накачанная кожа. Что ты тут делаешь? Красивая девочка, которую я сама, которую я качала много всего. Зовут Катарина. Так, морду поприличнее делаем. Где тут мои доп. Материалы? Вот. Вот оно. Это любуйтесь на эту красавицу. Любуйтесь на нее. Так. Украшение не на ту сторону. Все никак не могу запомнить, что ее, что не ее. Вот это, да. Красавица, да? Скажите, красавица. Токс. Нет, я ее обычно вот такой одеваю. Не знаю почему. Токс. Во что мы ее оденем? Давайте в это ее оставим. Сейчас мы на секундочку прервемся, мне надо поменять батарейки. Так, продолжаем снимать. Фух. В общем, мне не повезло на этой батарейке столько же заряда. Так, ладно, одеваем мы вот эту симку. Симка, тра-ля-ля. Которую как-то там зовут, не помню уже как. Катарина. Все, Катарина зовут. Так, она у нас будет в ковном. Все, вот это то же самое делаю, я все равно этим не пользуюсь ничем. Какой-нибудь бы еще добавить себе. Может, собачку или кошечку? Давайте кошечку создадим. Хочу косочку. Мальчика. И назову его в честь администратора одной очень хорошей... В честь кота администратора одной хорошей группы Дымком. Дымок. Ах, так, своите ровные песчаные. В общем, мои коты, которых я сама создавала. Вообще создавала их по книжке «Коты воители», как-то не очень они вышли. Доктор кошек, не мяукай тут мне. Звук ключ, может, слышите, что? Не слышно. Серенький есть. Вот такой у нас котик тут. Я б такого, может, забавила. Так, с батарейками я явно не дружу. Пришлось еще раз менять батарейки. Что за наглость, а? Так, так, мы закончили. А, нет, не закончили мы еще. Вроде у того кота шерсть длинная. А вот какая именно, не помню. Выбор шаблона окраса шерсти. Нет, фигушки. Что-то тут должно было бы вроде быть что-то интересное. Создание коллекции. Нет. Ну что? Сейчас быстренько. Пока тогда делаем. Ну, вроде жирненький. Или не жирненький. Плотненький.
Давайте его таким сделаем, красавцем. А какого у него цвета глаза? Серый, наверное. Или не серый, не помню. На вот того кота не сильно смахивает. Ну ладно. Так, с батарейками я, понятно, не дружу. Ну, вроде еще одни взяла. Вроде полностью пока заряженная. Так, вот наша семья, вот котик. Вот я его доделала. И две девочки. Сейчас мы выберем, где они будут жить. Что у меня уже почти все дома заняты. Знаете, какой-нибудь красивый домик может построим тут, а? Ой, блин, сколько у меня там семей уже сделано, а? Так, особые участки. Съемные квартиры. Съемные квартиры. Не хочу съемную квартиру. Давайте вот посмотрим, домик какой-то неплохой. Блин. Сколько там у этих девочек в кармане? 25 500. Так, это вообще общественный участок. Жить бы в нем. Домик на сваях. 47 000. 70 000. О, 24. Вот в этом можно уже жить. Зачем он такой большой только? Кого-нибудь еще приселим. Не знаю, за кого. Так. Как мы назовем? Переименовать этот участок. Добротный дом. Омг. А, так оставим. Чудесно. 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 Так, боюсь, мне опять придется прерваться, так как у меня... Теперь уже не батарейки, теперь у меня уже мало места остается на карте. Я почистила карту памяти! Неужели, может, я сейчас смогу нормально... Блин, нормально снимать. Ай, так, куда мы этих поселили, девочек-то? Мы их еще не селили. Вот. Сень Семенел на этом участке, естественно. А потом мой любимый кот на деньги. Без него не могу жить. И без кода-разработчика. Без них не могу жить, честное слово. Они же такие крутые. Кот-разработчика в первую же очередь. Блин. Я не могу ни без дополнений, ни без кодов. Нет, когда-то я без дополнений играла. Я их сестра накачивала. У меня все время дополнения были все равно. Блин. У меня даже несколько модов есть. Их мало. Не помню только на что. На один, я помню, на одной из кроватей можно ребенку спать. А другие не помню. На что-то еще у меня мод. Так, вот мы громче делаем. Надеюсь, вам будет меня слышно. Так, первым же делом удаляем все, что тут есть, ибо оно все ужасное. Это мое дерево. Не вижу деревья, если честно, на участке. У меня их никогда не бывает. Так лень бы тем, кто строил эту лестницу, перила на ней установить. Глиняные вазочки ути-пути. Оригинальное название. Блин, не поворачивайся, удаляйся. То. Если, вот, блин, круто. У меня ж move objects on, по-моему, не стоит. Круто. Значит, стоит move. Я ж вроде не ставила его сегодня. Move.
какие кактусы. Оф. Блин. Мовео. Бое кактусы. Оф. И по любе то же самое. Но ж не стоит у меня мув обджекс. Не стоит. Блин. Фу! А я разве такое... Ой. Ну, такое было. Я вообще половину предметов такое чувство, что у меня их не было. Но я их не качала. Так. Это что за курица? Кролик-мечтатель. А при чем здесь мечтатель? Так. Тап. Плюс. Конечно. Вот скажите, пожалуйста, товарищи зрители, в комментариях напишите мне, при чем здесь кролик-мечтатель? Где он мечтает, каким местом? Так. Тап. Так. Начнем сверху. Кто из них будет жить на балконе? Давайте вот это вот розовенькое. Или вот это беленькое. Блин, я до сих пор пугаюсь таких. Сама же скачала на нее все, что надо. И пугаюсь сама же. Тын-тын-тын. Мне интересно, нафига она мигает у меня на фотоаппарате? Скоро придется на телефон снимать, а не на фотоаппарат. Блин. Так. Короче, на вот этой вот кроватке я ее качала, это мод. На ней можно спать малышне. Прикольная кроватка. Так, на чем будет спать вот эта вот розовенькая? Текст. Бита меш, бита дабл бет. Бита дабл бет. Ах, как мы рады. Что-то у меня это почему-то на кровать никак не тянет, только на шкаф. Честное слово. Так это не оно не сразу было на моей фотке из истории. А, для тех, кто не знает, я пишу крутую историю. Ну ладно, крутую, это я так говорю. Не, ну у меня есть два друга, они говорят, что она крутая. Нет, даже третий человек говорит, что она крутая. Остальные не знают. Видимо, не читали. Размолчат. Короче говоря, что супер история. Ну что, приходится верить. Блин. Лампочка, берись. О, там в истории рассказывается про девушку, которая чуть не погибла в огне, ее начали спасать врачи, но нужна еще одна операция за $925 000. Короче, муж начал от вот этой бабы к ее сестре уходить. Начал от этой бабы к сестре уходить. У попу, наверное. К сестре пошел. О, как круто. Начал к сестре ходить. Короче, к сестре начал переходить. Замуж к ней решил выйти. Жениться на ней решил. И он не хочет жене платить за операцию жены, чтобы она не мешала им пожениться. Ну и, короче, там такая билиберда. Ну, в общем, говорят, очень хорошая, интересная история. Ай, блин. Мне вот вечно вот эти подушечки, интересно, куда они, вот так хотят, что ли? Я уже пыталась ему в обджексон, но у меня по-любому оно не проходило. Даже что только вот так вот, если... Это ж ужасно. Ну вот и как я буду этими подушечками? Вот так, чтобы они были? Не, я просто не понимаю, как это хотели сделать. Всем у Джексон, если на конец денется. Хм.
Я уже попал. А что я спустилась, а? Люди, что я спустилась? У меня вопрос. Меня пугает обратный отчет на моем фотоаппарате. Тут надо что-нибудь, чтобы можно было сидеть, пить кофеечек, чаечек, читать книжки, есть яблочки. Хочу есть яблоко. Яблоко хочу. Ну, будем сбегать на кухню, узнать, есть ли яблоки. Здесь есть. Розовых сидений нет? Розовые. Зеленые есть. Вообще вот это. Штуль Аймец мой. Дизен фантастишен штуль аус леда und Holz. Легис до аугенблик. Альдайнем фрост. Ein Stuhl, sowohl Dekoration als auch Rekreationszwecke erfüllt. Die solide Holzkonstruktion im Vierbein-Design kann garantieren Stabilität. Der sich hinsetzen und nie mehr hetzen. Вот же, блин, кто создавал это? Вот фантазия не работает. Я бы так не разрекламировала. Вала. Стул. Для зубного. Кресло смерти. Не, ну я максимум бы написала просто «Бай, Аделы, солид!» И все. Ну вот. Вот типа как вот этого. Как вот тут написано. Сайт и автор. Можно так поставить. Пусть стоит. Соседи пугаться. Вот так. Соседи, чтобы пугались, надо вот так поставить. Ибо не испугаются. А можно так оставить, а? Ну загорать же надо. Так оставлю. Так. О, красиво. Нет, не красиво. Блин. Нет. Вот так. Что-то у меня сегодня плохо захватываются все лампы. Оп. Блин, ну хватайся-то уже. Вот так. И все. Хорошо. Всем хорошо. Надо будет скачать брови Брежнева. Не знаю почему, но я это хочу. Где-то видела в интернете брови Брежнева. Красивые. Не, это не значит, что я его люблю. Не, может, я люблю. Не знаю. У меня на конкурсной работе была. По мультику «Друзья ангелов» отсылала в одну группу. Кстати, в той же группе работает... Ну, в той же группе администратор. Чего-то там и сделали. Не очень похож кот. А, кстати, кому интересно, это официальная группа «Друзья ангелов» ВКонтакте. Создатель... Кто там? Беатриче... По-моему, Беатриче. Реста... По-моему, админский состав наизусть знаю. И правила. Могу перечислить минский состав. Илья Рыжов, Алина Рыжова, Анна Грачева. Генеральный директор мультимании. Но он не относится, он ничего почти не делает. Нет, ладно, он выставляет новости, он неплохо участвует. И Настя Кудилина, по-моему. Кстати, эта группа дала мне официальное разрешение. Да, официальное разрешение рекламировать их группу в моем видео. Я прямо у них прямо спросила. Можно рекламировать или нет? А то вдруг не хотите, чтобы о вас узнал весь YouTube и Контакт.
Не знаю, почему я ржу. В школе научилась ржать из-за ничего. Так, теперь будем вот этого монстра делать в комнату. Мне так лень иногда строить, а? Может, я зря все это удаляла? Мне лень строить и лень играть. Я люблю создавать персонажей. О, давайте ей гроб поставим. Я очень хочу ей поставить гроб. О, как раз он чудесно входит в эту нишу. Это как на русском что-то спрашивали. Не помню. Чё, как называется? И это, а это вот это вот то, что вот, вот это вот наверху. Там на странице учебника в самом верху был какой-то стишок или какое-то рассуждение, не помню уже. Рассуждение. Паустовского, по-моему. По русскому языку. Почему не по литературе, а? Кстати, вы это говорите, кому... В комментариях напишите, кому прочитать список книг, на которых стоит мой фотоаппарат, а? Блин, я половины не видно, блин. То у меня книг 20, а? Ну ладно, не 20, раз, два, три, четыре, пять. Стоит книжка. Вообще, лично я качала какую-то хрень, чтобы у меня унитаз был весь в крови. В итоге вот такой вот, вот он, в крови. Как же. Не, ну кое-что есть там чуть-чуть остатки крови. Крови. Я как доктор рассказываю. Вот это мне нравится. Что-то мне напоминает... Кого там? Этот, сталкер. Не знаю почему. Почему-то мне со сталкером ассоциируется. Я вообще ничего не знаю. Вообще ничего не знаю, почему, что, ничего не знаю. Так. Шкаф может поставить, а? Вот такой. Блин, она до кровати не дойдет. Хотя, одна только. Да, одна закрыта. Дойдет. Столько попробует не дойти. Убью. Слушайте, может, это печка, стул и хватит, а? Мне лень. Вообще, мне вообще все лень. Мне кажется, или время внизу, которое вот считает, сколько я уже снимаю, идет быстрее времени наверху, которое, видимо, сколько осталось. Так, ладно. На этом серию мы закончим. И так я уже опять 15 минут снимаю, что мы там персонажи делали. В общем, вы вернетесь, а у меня уже будет дом доделан. И фигушки не дам смотреть, сколько я его делала и как.